каждый мужчина должен носить бороду и должен быть, хоть там пускай старобрядец или православный, все должны носить бороду мужчины. Иисус-то Христос с бородой был, бородой, а мы-то уверовали в Иисуса Христа. Ну, а как же мы будем безбородые? Безбородому греху в молельну-то ходить. Вот так Священное Писание это пишет. Я верю и все соблюдаю, а я неграмотная. В то время, когда я росла, было запрещено нам ходить в молельну. Коммунисты же запрещали. И мы не выучили. А вот моя старшая сестра, она росла в то время, когда еще всех учили. И она знает грамоту. Она батюшкой в той молельне работает. А мы такое поколение. Теперь приход нас очень маленький. 1710 году, вот это есть у меня еще где-то запись, было 450 семей, а теперь осталось 100 с чем-то. Пасха Господня, Пасха. Я член старообрядческого прихода общины Воронейской Зоя Ивановна Куткина. Христос Бог. И здесь особые правила, это довольно-таки сложные правила. И когда пытаются перевести на эти на ноты, эти нынешние, то все равно точно так не получается. Ну, а мы поем, конечно, не точно по этим крюкам, не точно по этим. Мы поем больше по напевке уже. Но то, что мы не знаем, то мы сами как-то распеваем. Христос Бог. Ну, я председатель общины, и я веду службу тоже, только я не священник. Мы поем, читаем, но только я не священник, как назвать можно. Я не благословен, не имею права Евангелие читать.